Привет, зритель. Кто поздно встает, тот мало ест за день. Поздний завтрак. Это те же хлопушки, что я недавно ела. А у Лайк с клубничкой. К нам тут кое-кто приперся, как обычно. Наглости кошки не занимать. Если слышишь шум, то у меня как раз греется молочко, чтобы сюда залить. Ну не жукни ты. Теперь я хочу снова попить Сатория. У меня даже еще немножко есть молока. Молочко у меня согрелось. Если возникает вопрос, почему белый стол, то я взяла скатеруху постирать. Вечно у меня проблема с этим, как налить, чтобы не пролить. Ну ладно. Если кого-то смущает мой тремор, то вам повезло, вы не попадали в ДТП. Кошка воет. Алиска! У меня сегодня вот такая ложечка. Мне кажется, она немножко поменьше поместительности. Цикорий с женьшенем. Я в него добавлю потом еще сироп цикория. Напомню, все эти продукты можно найти на Wildberries. Артикулы будут в инфобоксе. И в закрепленном комментарии. Сейчас я залью сюда кипятка горячего. И разбавлю остатками молока. Надо будет сегодня еще бутылочку купить. Чуть-чуть осталось. Буквально капля. Я что заметила? Благодаря завтракам с Биановой мне долго не хочется кушать, дольше, чем обычно. Ну и я где-то раза три за день ем. И даже часов 9 уже есть не хочется. А то бывает такое. Интересно, соседей слышно? Только благодаря Бианова открыла для себя, что можно хлопья с овсянкой смешивать. Вчера я попробовала творожок с рапмаслом кедрового ореха и вот с этим сиропом цикория. Правда, без камеры. Но было очень вкусно.
Если тебе, зритель, понравились такие завтраки. То не стесняйся, пожалуйста, высказать свое мнение в комментах. Для меня это важно. Потому что я думала, может быть, выкладывать завтраки каждый день. Ну или хотя бы, допустим, по будням. Чтобы у тебя была возможность покушать в приятной компании со мной, со своим монитором. Перед походом на работу, допустим. Это не значит, что не будет мукбангов разговорного типа, где я говорю и половину времени еще ем. Я сегодня еще собираюсь запечь свинину, которая у меня двое суток маринуется. Для тех, кто видит, возможно, в кадре помидоры, то да, это все еще наши. Садовые. Почему так получилось? Ну, как-то вот так получилось, они еще живы. У меня даже еще немножко перца живо. Ведь не нашего, тут только бананы, но их, возможно, ну, может, чуть-чуть видно. У меня еще есть супчик от Бианова. Я его как-нибудь сварю. У меня как раз есть бульон из мяса лося. Я почитала на упаковке, если варить суп, то там буквально 10 минут нужно варить. Ну, на основе горячего бульона. Немножко капнул. Сейчас уберу тарелочку. Вообще, мне на заднем фоне, сзади меня, может, правда, не очень видно, там есть маленькая баночка открытая с малиновым вареньем. Вчера открыла. В основе, наверное, это из дикой малины. Ложечка. Мелковато для этой чашки. Ну, малиновое варенье мне тоже вкуснее с чаем пить, а не с цикорием. На цикории оказалось очень вкусно пить с сиропом цикория.
закапало тут. Горячевато немножко. Несмотря на то, что мне кажется, что такая ложечка чуть меньше, чем обычная чайная. Трех ложечек очень даже более чем достаточно. Надо вообще попробовать пару ложечек ложить. Все, остатки молока закончились. Последние капли. Потому как немного горьковато. Я еще подумала, что можно бы какое-то печенье, но у меня печенья нету. Что-то я сама никак давно уже не пекла ничего. У меня там есть какие-то морковные запеченные конфетные шарики. Ну тоже что-то как-то. То ли просто уже наелась и ничего не хочется просто попить. То ли просто не хочется сладкого. Ну, помимо того, что вот тут добавлено. Вот сейчас уже получше. А ты, зритель, что на завтрак пьешь? Алиска, у тебя же есть рыба. У кошки есть рыба. А у меня есть цикорий. Сейчас пойду гляну, что она воет. Взяла животное к себе. Так вот, обычно я когда чай пью, если зеленый с молоком, ну или просто чай, то чашки 2-3. После цикория как-то, после одной чашки цикория уже не хочется еще пить. Ну только потом уже в течение дня, может, воды какой-то между приемами пищи. Вот я и покушаю. Спасибо тебе, зритель, за компанию. Я надеюсь, ты тоже вкусненько позавтракал, либо как-то иначе поел. Ну, если решишь поддержать мой канал, то я вот тебе благодарна. Ты сделаешь большое и хорошее дело. Ну и пока.